Приветствую всех, друзья! Спасибо, что смотрите мое видео. В этом видео я расскажу о новой компании, которая пришла совсем недавно на наш российский рынок. Меня зовут Зинаида Якимова, я из Краснодара. Итак, давайте начнем. Компания, о которой я буду рассказывать, называется Memtoon. Это корейская компания, которая очень давно работает на земле. И сейчас у них создан отдельный отдел для продвижения этой компании в цифровом варианте. Создан токен, который торгуется уже на 6 биржах не последнего порядка. Токен находится на CoinMarketCap. Сейчас я покажу. И что интересно, что за последние вот 3-4 дня объем торгов этого коина, дневных торгов, увеличился почти в 3 раза. Ну, согласитесь, что это интересный такой знак, да, чтобы обратить внимание на эту тему и начать в ней продвигаться. Давайте теперь перейдем сейчас к основному сайту. К основному сайту той компании, которая непосредственно работает на земле, о которой мы начали с вами нашу беседу. И это тот сайт компании, с чего все начинается. То есть вот эта вот компания, она работает на земле, и предназначена она для того, чтобы, вот эта платформа, для того, чтобы люди сюда приходили для создания теперь своего цифрового контента. Значит, цифровой контент здесь, на этой площадке, создается в виде комиксов. То есть мы с вами не художники, мы с вами не писатели. И компания приняла решение, вернее, она подумала о том, что людям было бы интересно помочь с применением искусственного интеллекта, передавать им свои мысли, свои эмоции, свои истории. И вот на этой платформе люди будут создавать истории благодаря искусственному интеллекту, когда искусственный интеллект им будет помогать составлять какой-то текст, да, изображение, картинки. Но самое главное, что вот эта вся их работа, она будет располагаться на блокчейне. И выбрали они для этого Binance Smart Chain. Вот здесь вот, если опуститься ниже, вот сейчас мы видим команду этой компании. И если мы опустимся ниже, вот здесь вот изображены компании-партнеры. Ну, мы видим здесь довольно-таки знакомые, да, названия. Это вот, допустим, биржа NEX, я знаю, очень многие работают с ней. Это биржа Gate.io. Это непосредственно наш инструмент, нам рекомендованный, да, с которым мы будем работать. XT.com биржа, тоже очень часто ее используют. Это наш Binance Smart Chain. И самый главный баннер, на который мы сейчас обратим внимание, да, это вот этот. Это компания-партнер, это как бы дочка вот этой всей компании. Компания-партнер, с которой мы дальше и будем работать. Вот сейчас мы переходим по этому баннеру, и нам открывается вот такой вот сайт. Это будет наш рабочий сайт, да, называться он будет MemPlay. И здесь будет располагаться наша рабочая платформа, вернее, располагается наша платформа Web3, на которой находится наш рабочий кабинет. Теперь давайте перейдем к нашему основному инструменту, непосредственно к нашему коину, к нашему токену, с которым мы будем работать, который нам будет приносить деньги. Я вам говорила, что коин Memtoon, монета называется так, Memtoon, вернее не монета, а токен, он находится на CoinMarketCap. Это та платформа, та площадка, где у нас располагаются абсолютно все наши монеты. Сейчас монет на этой площадке, ну, наверное, порядка больше уже 2 миллионов. И наш коин находится, насколько я знаю, на сегодняшний день он входит в первую двухсотку. Вот первые 200 позиций, да, он находится где-то в этом диапазоне. Это очень хороший результат, потому что вот сюда он взлетел буквально за последние 3-4 недели. Раньше он где-то располагался, наверное, в прошлом месяце еще в диапазоне от 1 до 400. Сейчас уже поднялся, почти наполовину подскочил. Коин наш называется Memtoon. Memtoon.
Мемтун. И вот он, как он выглядит. Смотрите, когда мы заходим на CoinMarketCap, нам нужно смотреть вот на вот эти вот значки, то есть благодаря по вот этому значку мы, собственно, ориентируемся, потому что названий очень похожих очень много. Что мы здесь можем увидеть на этом сайте? Ну, во-первых, по графику уже сразу видно, да, смотрите, какой взлет, какой объем торгов у нас проходит. Вот за последние 24 часа, смотрите, проторговалось 77,58 миллионов долларов. Это очень большая цифра для такого, ну, я бы сказала, еще малоизвестного токена, да? Ну, в любом случае, мы не специалисты. Из такого количества токенов, конечно, мы бы в них и не разобрались, потому что человеческий мозг, он не может анализировать такое количество токенов. Этим занимаются специалисты. Сейчас мы смотрим, что токен торгуется где-то в районе 1,5 центов, да? Если мы так вас посмотрим, 1,46, 1 цент 46, 47 долларов. Вот, и понятное дело, что на 100 долларов сейчас можно купить огромное количество токенов. Я так предполагаю, что, естественно, эти токены будут расти. Вот здесь вот у нас расположен, видите, контракт, смарт-контракт токена. Здесь мы можем этот смарт-контракт, вот нажав на вот этот значок MetaMask, да, и вот у вас, допустим, в расширении, то есть есть MetaMask, вот таким вот образом мы можем добавить эту монету к себе в MetaMask. Если у вас еще ее нету, прям с CoinMarketCap мы можем нажать, видите, здесь пишут «добавить MetaMask». Ну, у меня уже монета добавленная, и смотрите, видите, я нажала, он у меня пишет «сеть не поддерживается». То есть у меня в MetaMask сейчас поставлена просто другая сеть. Вы просто заходите в MetaMask, выбираете блокчейн Binance Smart Chain и вот таким вот образом нажатием здесь переходите в MetaMask. И у вас подгружается смарт-контракт на ваш кошелек. Подробности я здесь не буду рассказывать, потому что видела в презентациях, прям начинают рассказывать вот столько торгов, вот столько. Я считаю, что это не надо, это уже каждый будет вникать, кому интересно, вот прям можно прям прощелкать каждую ссылочку, посмотреть, где здесь что, какой здесь веб-сайт, да. Ну, вот здесь вот видите, если мы нажимаем на вот на этот веб-сайт, вот вкладочка веб-сайт, нам отображаются вот те два сайта, на которых мы с вами сейчас только что были. Мемтун, о котором я говорила, что компания работает на Земле, имеет свой сайт. И Мемплей – это тот самый наш рабочий инструмент, на котором мы будем работать. Еще здесь есть вот, так сказать, белая бумага. Белая бумага – это тот белый лист, white paper, да, когда вот мы заходим на наш основной сайт, на наш основной сайт, где он у нас есть, вот он. И здесь вот этот white paper, то есть его прочитать и познакомиться с ним можно каким образом? Вот видите, они здесь загружены на трех языках. Вот первый идет на английском. То есть он здесь расположен в PDF-формате. Мы его скачиваем. Вот он у меня открыт. И здесь, естественно, людям, которые в этом разбираются, которые хотят докопаться вообще до мельчайших подробностей, вот на этом сайте мы здесь все-все-все изучаем. Все это буду делать обязательно, в обязательном порядке, только чуть попозже, потому что хочется сейчас донести какое-то понимание, взаимосвязь, да, основного сайта, основной вот этой компании наземной, и каким образом мы попали на нашу, так сказать, платформу, на платформу Web3. Хочу, чтобы люди поняли связку. Потому что самое главное, да, понять, как связаны эти компании, потому что один говорит один сайт, другой говорит другой сайт, и партнеры мне уже непосредственно показывали, да, потому что вот он основной сайт, то есть Мемтун сайт, а не Мемплей. Это подделка, это не подделка, ребята, это симбиоз, это компании, партнеры, это их дочка. Этот сайт создан для того, чтобы работать с цифровым активом. Дальше. Значит, о чем мы сейчас будем говорить? Сейчас непосредственно скажу о бизнесе самом. Как выстраивается бизнес и какой здесь продукт? В общем, в большом понимании, да, я бы сказала, что здесь есть
продукт для нас, это единственный продукт, который мы не будем говорить сейчас о создании цифрового продукта, мы не будем говорить о мемах, мы не будем говорить о том сайте, да, который работает на земле, о той компании, мы будем говорить только о нашей цифровой платформе. Основным продуктом у нас является стейкинг. И смотрите, как интересно устроена вообще работа компании. Для того, чтобы стать партнером и начать продвигать эту тему, мы должны стать участником вот этого стейкинга. То есть мы должны участвовать в стейкинге. Это и является продуктом компании. Стейкинг, майнинг, стейкинг, вы уже, наверное, понимаете, что стейкинг – это то есть воспроизведение чеканка монет, да? И делается она не майнится не так, как биткоин, да, она майнится в облачных программных обеспечениях. Мы говорим, все это располагается в облаке с минимальным количеством затрат и энергии. И вот этот стейкинг, как продукт компании, дает нам процент. Процент в месяц. И этот процент 14%. Смотрите, везде вы будете в презентациях указано, что там 12% в месяц. Но по факту, насколько я знаю, это 14,1% в месяц. Как это будет все выглядеть? Мы приходим, чтобы продвигать и стать партнером этой компании, мы должны взять пакет, да, на минимальный пакет на $100. То есть здесь есть вот такие вот три диапазона. То есть от $100 до 1500 это один, будем говорить так, пакет. Дальше я расскажу, на что это влияет. Следующий пакет от $1500 до $10000 – это второй диапазон. И третий диапазон от $10000. Почему я сказала, на что это влияет? То есть, когда мы приходим работать в эту компанию, и если мы заходим на $100, выстраиваем команду, работаем вместе с командой и зарабатываем $1 000 000, вот мы и дошли до миллиона, независимо от того, сколько у нас партнеров, какая у нас команда. То есть наш аккаунт терминируется, аннулируется. Все, ты заработал $1 000 000, ты пришел, купил стейкинг за $100, ты свое заработал, будь здоров, ты свободен. Хочешь, начинай сначала, да? Вот этот пакет за $1500, он уже, этот предел имеет гораздо выше. Он работает до $5 000 000. Ну и, естественно, пакет, купленный за $10000, дает там неограниченные возможности и работает, по-моему, до $100 000 000. Дальше. Значит, деньги у нас вводятся в стейкинг тоже через кошелек MetaMask. Но смотрите, как интересно здесь все получается. То есть, когда мы начинаем выстраивать свою структуру, а естественно мы приходим для чего? Для того, чтобы на этом заработать, да, и заработать, оповестить других людей, выстроить команду тех людей, которые тоже хотят заработать, да, пригласить, да, ну, дать им, как сказать, показать эту возможность. То есть ты приходи на стейкинг по 14% в месяц. Ну, собственно, ничего не делай. Отдай $100, и твои $100 будут стейкаться под 14,1% в месяц. Но смотрите, при построении команды, уже сейчас начну говорить о незатейливом таком маркетинге, очень простом. У нас здесь за приглашение не платят какие-то деньги. Вот просто их нет. Да? То есть этого вида начислений здесь нет за приглашение. А что есть? И первый вид бонуса, который мы начинаем зарабатывать, продвигая эту платформу, этот продукт, эту компанию, сразу включается матчинг-бонус. То есть что это такое? Это заработок от заработка. И вот, например, вы порекомендовали кому-то положить стейкинг $100, да? Приходит ваш партнер, делает то же самое, что и вы, то есть он дублицирует ваши действия, кладет эти $100 на стейкинг, получает эти деньги, он 14,1% в месяц, а вы в тот момент за то, что вы ему порекомендовали, уже с его заработка получаете 100%. Знаете, это такая вот удивительная история. Сначала как-то это было очень непонятно, да, откуда деньги и за что вообще платят. Но потом, когда вот посидеть, если подумать, если разобраться, смотрите, деньги приходят, они
вообще не распределяются по команде, да, ни одной копейки, ни одного цента. Все деньги уходят в работу, уходят в стейкинг. И только лишь тогда, когда происходит вот этот стейкинг, то есть после работы уже возвращается, и тогда человек получает вознаграждение уже после той стейкинговой платформы. Итак, смотрите, за первый уровень, когда мы приглашаем, мы получаем 100%. То есть 14 долларов получаете вы, 14 долларов получает ваш партнер, и вы плюсом от того, что вы пригласили, показали этому партнеру, да, куда нужно положить деньги, чтобы они приносили доход, вы тоже получаете 14%. Здорово? Здорово. Сейчас мы перейдем непосредственно к маркетинговой таблице, и где мы рассмотрим, сколько же дает нам какой, при каком товарообороте, да, мы будем зарабатывать хорошие деньги, и сколько нам дают, так сказать, вот эта вот линейка уровней, да, партнеров, потому что партнер мы пригласим одного человека, он пригласит еще своего друга, тот пригласит еще своего друга. Вот здесь вот этот маркетинг, он захватывает 30 уровней. 30. Но я бы сказала, я бы уточнила бы сразу, то есть 10 из них это непосредственно наши маркетинговые, а чтобы добраться до 30 уровня, это уже уровни ранговые. Попозже мы об этом с вами поговорим. И еще что хочу показать в этом видео, как просто зарегистрироваться в компанию Мемтун. Смотрите, открываете вкладку. Приходите, берете, вернее, реферальную ссылку запросите у того человека, который дал вам это видео или который дал вам информацию о компании. Вставляем реферальную ссылку, попадаем на сайт Memplay. Вот здесь вот сразу, что мы должны сделать, мы должны перевести на русский язык. Когда вы нажимаете вот эту кнопку, у меня здесь подвязан кошелек, у вас здесь будет привязать кошелек. То есть вы нажимаете на эту кнопочку. Выходит у вас, значит, давайте мы сейчас сделаем disconnect. Вот, нажмите кошелек. Нажимаем на этот кошелек. Выбираем MetaMask. Ну, может быть, у кого-то есть какой-то другой кошелек, да, из этих перечисленных. У меня MetaMask, я пользуюсь MetaMask. При подключении желательно, чтобы кошелек был уже открыт. То есть вы изначально зайдите в него. Переведите его на Binance Smart Chain. Если нет, тогда добавьте эту сеть и нажимайте на кошелек. У вас в данном случае у вас пароля не будет. У меня уже пароль поставлен, запаролен кабинет. У вас здесь не будет пароля. Он у вас только запросит пароль. Видите, вы подключились к MetaMask. То есть по факту регистрация у вас произошла уже. Потом вы идете вниз, нажимаете на вот эту кнопочку, найдите ее, кнопочка «Команда», да, нажимаете на нее, ищите вот эту кнопку «Приглашайте друзей», нажимаете на нее, и вот здесь вы уже увидите свой код активации. То есть вверху у вас будет код вашего пригласителя, а внизу будет непосредственно ваш код активации. Ваша реферальная ссылка находится вот в этой кнопке. Нажимаете на эту кнопку, видите, написано «Успешное копирование», и ваша реферальная ссылка личная уже готова. Идете и вставляете ее в браузер, где-нибудь сохраните, там, в избранном или еще где-то, да, и отправляете вот эту ссылочку своим друзьям. Давайте информацию, давайте видео, рассказывайте. Это ваша реферальная ссылка. Все, вот такая вот незамысловатая регистрация здесь на сайте. Дальше уже буду показывать технические моменты. Сейчас хочу записать отдельное видео о пополнении кабинета. Потому что сейчас буду пополнять, заводить деньги в кабинет, покупать пакет. Всего доброго, благодарю за просмотр.